А в США из-за торнадо погибли 5 человек, еще 50 пострадали. В штате Техас зафиксировано по меньшей мере 3 торнадо. Наиболее пострадал город Кантон. В его окрестностях множество разрушений, повреждены дома и линии электропередач. Ветер сопровождался ливнем, поэтому существует угроза наводнения, в связи с чем в соседних штатах Миссури и Оклахома объявили чрезвычайное положение.